с небольшим таким подарком. Для Тамары Николаевны сами гости – большой подарок. А новый телевизор – вообще давняя мечта. Вот видите, как показывает. На стареньком голубом экране у пенсионерки по всем каналам была одна программа. Смотреть сериалы с помехами Тамара Николаевна уже привыкла. Это единственное, что помогает коротать время на пенсии. Плохо показывает, у меня же жеребит, а в моем возрасте я смотрю сериалы. У меня такая мечта – получить новый телевизор. На просьбу пенсионерки откликнулась молодая семейная пара. Ксения и Роман купили Тамаре Николаевне новый телевизор и антенну. Плоский, легкий. Да. Только мечтать. Захотелось помочь, потому что это, в принципе, несложно для нас. А для человека действительно будет радостью, я надеюсь. Если каждый из нас что-то будет делать такое, пускай даже маленькое, небольшое, но хорошее, мир станет, мне кажется, чуточку добрее. Тамара Николаевна живет в частном секторе в Ленинском районе. Чтобы картинка была четче, новую антенну Роман вывел на улицу. А пока помощник работал на крыше, благодарная хозяйка накрыла стол. Вообще я и не думала, что так получится. Я очень благодарна. Я бы никогда такое не купила. Ну, спасибо большое. В том, что они не одни, убедились более 20 пенсионеров. Наша благотворительная акция подходит к концу. Все желания стариков уже в процессе исполнения. Стиральная машинка, набор для вышивания и компьютер уже на этой неделе отправятся к счастливым обладателям.